Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня я записываю свой утренний эфир здесь, дома. Ведущий этого выпуска сегодня буду я. Приказываю. Поехали. Это 30-й выпуск этого сезона. Прошлый мой анонс есть на моей странице в соцсетях ВКонтакте и на моем YouTube-канале Женя Александров. Совершенный. И спасибо за просмотры первого анонса, за 7 просмотров. И второе, Дню народного единства, 3 человека. Спасибо, я очень вас благодарю за это. Точное местонахождение оружия.
несколько тысяч смертей в сутки из-за коронавируса. Если система здравоохранения страны окажется перегруженной из-за роста числа больных с COVID-19, это будет катастрофа. Доктора и медсестры будут вынуждены выбирать, кого лечить, кому жить, а кому умирать. О частичном локдауне объявила Австрия. С завтрашнего дня в стране начнет действовать комендантский час с 8 вечера до 6 утра. Рестораны будут работать только на вынос, отели для тех, кто путешествует по работе. Школьников и студентов переведут на дистанционное обучение. В Греции с 3 ноября на месяц закроют кафе, рестораны, музеи и театры. Похоже, меры на этой неделе уже начали действовать в Германии, Бельгии и Франции. В Красноярском крае началось строительство нового моста через Енисей. С его помощью жители небольших поселков, которые находятся на правом берегу реки, смогут попасть на большую землю. Сейчас добраться до ближайшего города можно только на лодке или пароме. Ну а зимой людям и вовсе приходится преодолевать путь через Енисей по льду. Теперь мост не только свяжет отрезанные рекой поселки, но и даст толчок экономическому развитию округа. Репортаж Владимира Ракелова. На берегу пустынных волн Сергей Кирин беспокоит лишь одно место, где лодка, что отвезет его домой. На этой стороне реки он купил проигрыватель для своего УАЗа. В родном поселке такой роскоши не найти, как и многих других благ цивилизации. Аптека, допустим, приходится ездить сюда, в больницу люди, кому надо, Енисей, допустим, ну, тоже приходится на этот берег перебираться. Банк, сюда приходится ехать. Пересекать одну из самых полноводных рек в мире ему и остальным жителям правобережных деревень порой приходится по несколько раз на дню. Сейчас на той стороне Енисея проживают больше 13 тысяч человек. Между собой местные жители называют эту территорию «Малая земля». Здесь, соответственно, земля большая. Которые есть у людей, чтобы добраться оттуда сюда, можно пересчитать по пальцам. Летом и осенью работают паромы. Они ходят несколько раз в день, но туман или штормы сокращают число рейсов. По всесезонной переправе люди просили последние 20 лет, но дождались только сейчас. Стройка километрового автомобильного моста развернулась и на обоих берегах реки, и с воды. Работы ведутся, несмотря на сильное течение и скалистое дно. Построить переправу должны в 2023 году. Строители говорят, что в принципе у них есть возможность, а самое главное боевой настрой сжать сроки строительства. Поэтому я не буду называть дату, но надеюсь, действительно мы станем свидетелями того, когда мостовой переход будет открыт в очень короткие сроки. Самый северный в Красноярском крае пункт ускорит развитие региона. Итак, Галина, это для тебя выпуск. Я же тебе сказал, что вчера я не мог отвечать по WhatsApp. Потому что, вот если бы ты, Зай, вот ты бы почесала бы, потаскала бы ведра с навозом, вот то все посмотрим, как бы ты у нас заговорила. Так что вот так вот. Итак, ставьте лайк под это, поставьте лайк под этот видео. И этот выпуск будет выложен сегодня на моей странице ВКонтакте и на моем YouTube канале Женя Александров Совершенный.
Итак, об отеле, но если хочешь, давай увидимся, если ты был в автобусе. Что это? Какую-то ручку посмотри. Вот ножницы там, вот возьми. Сейчас перетянку. Я глаза стреляю. Хер найдешь тиранскую иголку. Это длинная большая иголка. Ой, я извиняюсь. Но я-то выкручусь. А вот твою дружную команду... Причина, к сожалению, твои люди слишком много знают. Не убивай меня. Вот, я бы не завалился. Это все Баранов. Ты же знаешь, уже тряпка. Это он начал всех давать. Баранов, говоришь? Хорошо. Я не буду тебя убивать. Спасибо. Ты однажды деньги, которые заработал, надел в золоте. Я видел эту цыганку. Ого, цыганку. Thank you.
уже на другом свете. Следующим будешь ты. Если не отдашь мне мои деньги, ты слышишь? Из-за тебя такую команду приходится выбирать, а? Итак, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube и не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск, а он будет завтра. С вами был ведущий этого выпуска, сегодня я, Вихрянцев Жень. До свидания, пока.